Здравствуйте, в студии Андрей Симоненко. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. Вначале коротко о сегодняшних темах. Более 200 человек в минувшую субботу покорили ледник Романтиков, а он покорил их. Его увидели не только ямальцы, но и гости издалека. Российские железнодорожники отметили свой профессиональный праздник. В Лабытнанге торжественно наградили лучших работников сферы. Завершился прием заявок в рамках регионального проекта «Уютный Ямал». В Лепше собрались харповчане, чтобы поддержать инициативную группу. Ямал выполнил годовой план по вводу жилья. За 7 месяцев в округе построили 190 тысяч квадратных метров. Введено в эксплуатацию 32 многоквартирных дома. На Ямале стартует неделя традиций и родных языков коренных народов Севера. С 5 по 11 августа пройдет более 200 мероприятий. Более 200 человек в минувшую субботу покорили ледник Романтиков, а он покорил их. Красоту южного склона горного массива Раис увидели не только ямальцы, но и другие гости, приехавшие издалека. Подробности в репортаже Марии Киченко. Ямал объединяет. Сюда приезжают не только за запахом тайги, но и насладиться другими достоинствами природы, например, знаменитым ледником Романтиков. Путь по горному массиву непрост, но зрелище, за которым сюда едут туристы, того стоит. Знаете, интересно проходило все. Маршрут такой достаточно специфический. Где-то по камням, где-то по дорогам. Поэтому туда приходишь на ледник слегка уставший. Там, наоборот, получаешь удовольствие, расслабляешься, отдыхаешь. Полон эмоций, сил. Обратно идешь как бы уже отдохнувший. На Ямале живу уже около 2 лет и долго собирался. И вот в какой-то момент мне жена предложила, не хочешь, говорит, съездить? Я такой, о, давай, и мы поехали, в общем. Тяжело было? Я бы не сказал, что тяжело. Первый, первый подъем, наверное, был такой вот напряженный. А потом уже как-то понакатанный. Для Александра, жителя Аксарки, это возможность увидеть все уголки Большого Приуралья. Удовольствие любоваться северной природой – роскошь не только для ямальцев или жителей других регионов страны. В этот раз в сопровождении личного переводчика ледник Романтиков покорил гость из Нидерландов Герардус Фескинс. Впечатления от восхождения и Ямала в целом у него остались незабываемые. Натура очень мой. Природа очень красивая. Het is overal om je heen. De wandeltocht was prachtig. Прогулка была превосходная. En het was mooi om boven te kijken om de sneeuw te zien smelten. Ему понравилось очень смотреть на снег сверху, чтобы и видеть, как он медленно тает. После столь долгой прогулки, около 5 часов, 10 километров с обратной дорогой, стоит хорошенько подкрепиться, поэтому для туристов был приготовлен необыкновенно вкусный плов и горячий чай. Пасмурная погода, дождь и ветер не смогли смутить наших туристов посетить наши суровые, но такие красивые северные горы. Однако без гида это очень опасно, так что если вы засобираетесь посетить ледник Романтиков, обязательно делайте это в компании. Мария Киченко, Николай Снегир, информационное агентство Лабытнанги. Российские железнодорожники отметили свой профессиональный праздник. В Лабытнанге торжественно наградили лучших работников сферы. В сквере привокзальном собрались машинисты, проводники, ремонтники, все те, кто обеспечивает движение железнодорожного транспорта. Репортаж Ирины Якубовой. Северная железная дорога соединяет промышленные районы страны. По ней ежедневно курсируют сотни поездов. Можно доехать от Москвы до Ямала. 30 лет назад, в 1994 году, я работал электромонтером контактной сети на 15-й дистанции Южноуральской железной дороги. Сегодня обновил статистику для себя за 2023 год. Российскими железными дорогами перевезено 1,2 миллиарда пассажиров. Если поделить на количество жителей в нашей стране, то получается, что мы с вами каждый проехали 8 раз. Дмитрий Лукьяненко зачитал поздравительный адрес от главы города Марины Тресковой, где было отмечено, что благодаря открытию железнодорожной станции поселок Лабытнанги стал важным транспортным узлом и получил статус «Ворот Ямала». К поздравлениям присоединился Георгий Прохода, начальник вокзала и депутат Думы города. Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта, ваша профессия – это настоящее призвание, требующее от вас мужества, ответственности, преданности своему делу.
Спасибо вам за надежность и самоотдачу. Многие из присутствующих железной дороги посвятили десятки лет жизни. Москвич Константин Черняев приехал к знакомым в гости в 92-м, да и остался, работая дежурным по станции. Руковожу маневровой работой, поездами, стрелочниками командую. В смене у меня вагонники, прямоздатчики, составители поездов, вагонники, машинисты. Все подчиняются мне на смене. Ольга Токарева на железке 18 лет, а все началось случайно, как она говорит. Я узнала, что освободилось место, я пошла и начала с самых низов, работала дежурным стрелочного поста, потом делопроизводителем, потом оператором при дежурном по станции, а сейчас приемоздатчик. И сын у меня учится, работает в Петербурге, тоже и железнодорожник, и дочь вот тоже хочет быть железнодорожником. Героям торжества вручали цветы и благодарности. Их было более 50. Концертные номера городских артистов подчеркивали праздничное настроение. Ирина Якобова, Сергей Антропов, информационное агентство «Лаветнанги». Завершился прием заявок в рамках регионального проекта «Уютный Ямал». В течение 2,5 месяца жители округа могли внести свои предложения. Лабытнанги – один из тех городов, где было собрано наибольшее количество идей – 116. Следующий шаг – представление проектов инициативной группой. Проект «Уютный Ямал» поможет лабытнанцам и харповчанам воплотить свои идеи в жизнь и принять участие в распределении бюджетных средств. От жителей города поступали предложения на портал «Живем на севере». Сегодня авторы приступили к презентации своей идеи. В Левше собрались харповчане, чтобы поддержать инициативную группу. Они планируют соседними кварталами организовать творческий фестиваль. Основная идея проекта – это проведение в сентябре 2025 года фестиваля «Квартал Северный». В конце 80-х было модно проводить праздники улиц. Кто-то застал такие праздники? Нет? Не было. Но на моей улице такой праздник был, когда собиралась вся улица, ставили столы, приносились музыкальные инструменты. То есть это проведение досугового такого мероприятия, которое в том числе работает на сплочение. Большой творческий фестиваль «Любимый Север» будет собирать харповчан на музыкальные батлы, устраивать конкурсы караоке. Для детей проведут детские программы. У многих даже будет возможность сдать нормы ГТО. Ну а кульминацией фестиваля станет кулинарный поединок. Сегодня уже 18 лабытнанских идей на стадии оформления их в проекты. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2025 году. Дарья Самородова, Владимир Николаев, информационное агентство. Ямал выполнил годовой план по вводу жилья. За 7 месяцев в округе построили 190 тысяч квадратных метров. Введено в эксплуатацию 32 многоквартирных дома на 2233 квартиры. Еще 477 домов возведено в сфере индивидуального строительства. План по вводу жилья, установленный Минстроем России, выполнен в округе на 100%. Ввод новых домов способствует реализации целей национального проекта «Жилье и городская среда». Решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилфонда до конца 2025 года. По итогам 2023-го Ямал показал самые высокие темпы ввода жилья среди регионов Уральского федерального округа. Прирост к предыдущему году составил 52%. Было введено 290 тысяч квадратных метров нового жилья. В этом году на Ямале ожидается рекорд новоселий. Прогнозируется создать порядка 300 тысяч квадратных метров жилья до конца года. В новые квартиры приедут около 4000 семей. На Ямале началась неделя традиций и родных языков коренных народов Севера. С 5 по 11 августа пройдет более 200 мероприятий. Среди них встречи с выдающимися представителями числа коренных северян, соревнования по национальным видам спорта, выставки и мастер-классы, гастрономический фестиваль, демонстрация коллекций дизайнерской одежды по мотивам этнических костюмов. В день праздника 9 августа в городах и районах будут организованы конкурсные и концертные программы. Узнать о проводимых мероприятиях можно на сайте yamal100.rf. Главным событием недели станет гастрономический фестиваль национальной кухни коренных народов Севера «Няньфест». Он пройдет 9 и 10 августа на территории базы отдыха «Ямал-парк».
Фестиваль познакомит посетителей с традиционными и современными рецептами блюд ненцев, ханты, коми и селькупов. Дополнительной активностью для всех жителей округа станет и окружная викторина «Культура и традиции коренных народов Ямала». Принять участие в ней сможет каждый житель округа, ответив на вопросы на сайте ямал100.рф. Итоги будут подведены 13 августа. Из конкурсантов, ответивших на все вопросы, выберут 6 победителей. В регионе проживают свыше 48 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Более 18 тысяч из них ведут традиционный образ жизни. Неделя традиций родных языков коренных малочисленных народов Севера стала в этом году 8-й по счету тематической неделей, которая проходит в рамках стратегии развития региона «Ямал-100». Это программа развития региона к его столетнему юбилею в 2030 году, которая была объявлена губернатором Дмитрием Артюховым в 2023 в ходе ежегодного послания. В этом году запланировано проведение еще 5 тематических недель. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства «Лабытнанги».